пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит, уезжайте нахер. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. В общем, я никогда не хотела это все выносить на публику. Но, к сожалению, у меня просто нет другого оружия. Если я не скажу это сейчас, это все опять замолчится, это все опять прикроется, и человек опять будет нормальным, но... Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в немеренных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. И вот так случилось. Привет, Жигану, как говорится.